Данное видео не призывает к насилию. Видео создано с научно-образовательной целью. Привет! Я знаю, что многим из вас уже давно полюбился этот маленький милый робот. Но если кто из вас не знает, что это за робот, то это робот Анки Козма. И у этого робота есть свой искусственный интеллект. Если вы не видели наши предыдущие видео про этого робота, то советую сразу посмотреть их. Ну а для тех, кто их видел, мы начинаем. Сегодня мы с вами заглянем внутрь этого робота и узнаем, из чего он состоит. А также запустим его разобранным и посмотрим на его реакцию. Ну что ж, приступим. Я даже не знал, с чего начать. Ведь внешне на этом Козма совсем не видны никакие болтики. Для меня разобрать этого робота показалось еще той головоломкой. Ведь сначала его необходимо было изучить. Ну и конечно, я начал с более простых деталей. Сначала я снял с него гусеницы. Но и под ними не было никаких винтиков. Затем на ковше этого робота я заметил небольшую белую накладку, которая мне поддавалась, когда я на нее нажимал руками. Затем я ее снял, и под этой накладкой как раз находились винтики. Ну и тогда я понял, что большая часть этих винтиков скрывается под накладками. Теперь я по всему роботу начал искать накладки и снимать с этого робота. Под этими накладками на голове с одной стороны находилось два винтика, а с другой один. Ну и теперь, когда основную часть накладок мы сняли, можно приступать выкручивать винтики. На самом деле в такой работе нет ничего сложного, но мне действительно было очень интересно. Как минимум посмотреть на то, почему эти роботы так недешево стоят. Вообще компания Анки, которая создала этих роботов, уже, по-моему, развалилась. Поэтому я не хочу, чтобы вы подумали, что это прямая реклама этих роботов. Кстати, на этих колесиках оказались еще накладки, под которыми спрятаны винтики. На меньших по размеру колесиках тоже есть накладки, под которыми тоже так прячут винтики. Ну а теперь давайте открутим колеса. И эти колеса оказались непростыми. Ведь когда я заглянул под эти колеса, я понял, что это внутренние шестерни. И есть еще один не менее интересный факт. Этот робот имеет передний привод, ведь внутренние шестерни находятся в больших по размеру колесах. Ну а задние колеса, скорее всего, созданы как вспомогательные, благодаря которым можно и закрепить гусеницы. На другой стороне робота, под большим колесом, я нашел небольшой комочек пыли. Ну а это говорит о том, что если этот робот будет постоянно ездить на полу, то он будет собирать пыль. Ну а если в доме есть и домашние животные, то он, конечно, будет собирать и шерсть. Когда я снял колеса, под ними я нашел еще винтики. На другой стороне робота на один винтик больше. И этот винтик настолько утоплен вглубь робота, что достать его обычной отверткой у меня никак не получалось. Так как тонкой отвертки я не имею, мне пришлось придумывать приспособление, с помощью которого я могу выкрутить этот глубоко посаженный винтик. Ну и сделал я это при помощи обычного гвоздика, который я согнул для удобства использования. Теперь, когда этот винтик я выкрутил, остается выкрутить еще несколько винтиков, которые находятся на голове робота. Кстати, вы знали, что у этого робота есть свой день рождения? И он, оказывается, был в 2010 году. Ну а первые продажи в США появились только к октябрю 2016 года. Конечно, за это время было много разных прототипов, но чтобы вывести этих роботов на уровень массовой продажи, понадобилось 6 лет. В этой части робота находится динамик, то есть это его голос. А когда мы заглянули внутрь его головы, то увидели зубчатую передачу, с помощью которой он поднимает и опускает свою голову. Ну а внутри другой части головы находилась вот такая вот пружинка. Хоть мы сейчас и вскрываем робота и видим его внутренности, суть его работы процессора мы понять на первый взгляд не можем. Однако, если бы я обладал знаниями в программировании, я бы залез внутрь его мозга процессора и смог бы с легкостью разобраться в сложных для меня на первый взгляд вещах. Кстати, насчет программирования. Если вы задумывались попробовать себя в новой высокооплачиваемой профессии или получить в ней неплохой рост, то хочу вас ознакомить с образовательной экосистемой Geekbrains, которая открыла набор в факультет DevOps. Обучаясь с опытными преподавателями, вы сможете налаживать процессы непрерывной интеграции и доставки кода. Вы сможете рассмотреть модель инфраструктуры как код, изучить и применить на практике современные методики разработки
разработки ПО, освоите основы администрирования Windows Server, автоматизации с помощью PowerShell, управления инфраструктурой с VMI и многое другое. Ну а еще, как вишенка на торте, после успешного окончания курса студенту гарантировано трудоустройство, потому что Geekbrains помогает составлять резюме, подбирает вакансии и устраивают мероприятия для встреч работодателей и учеников. Преподаватели факультета – действующие специалисты крупных компаний, а Geekbrains постоянно работает над усовершенствованием знаний и отвечает актуальным требованиям рынка. Огромное количество часов обучающего контента, акции, скидки на обучение. Помимо этого, вам доступны бесплатные вебинары и интенсивы для профессионалов. А если перейти по моей ссылке в описании, то для моих подписчиков будет доступна скидка. Переходите и осваивайте профессию будущего уже сейчас. Ну и вот, наконец-то мы добрались до мозга этого робота, который я осторожно отключаю от его тела. Вот так выглядит панель с экранчиком, на которой показываются глаза робота, а ниже расположена камера. Как раз камера является настоящими глазами робота, точнее его одним глазом. Ну а выше на экране располагаются анимированные глаза. Анимированные глаза как раз созданы для упрощенного восприятия этого робота человека. У этих анимированных глаз есть своя история. Ведь эти глаза создавала компания Pixar, которая создает мультфильмы. Что же касается внутренностей этого робота, то, как видите, я уже почти добрался до самой истины. Ну и когда одна сторона его руки уже демонтирована, то я думаю, можно вскрыть этот корпус. Я просто не ожидал такого изобилия электроники и разного вида шестеренок. Честно говоря, я думал, что тут будет механизм попроще. Конечно, я ожидал, что тут будет находиться и аккумулятор, и моторы, и шестеренки, но тем не менее, я думал, их будет меньше. Вообще, внешне робот кажется простым, но это только на первый взгляд. Вообще, в состав робота входит более 360 деталей. У этого робота 4 электродвигателя, 2 из которых выполняют функцию передвижения, ну а 2 оставшихся выполняют функцию движения его ковша. Ну а если быть правильней, то его одной руки. Не меньший интерес у меня вызывала вот такая вот батарея. Ведь мне было интересно посмотреть на ее емкость. И эта батарея оказалась литий-ионной, которая имеет емкость 320 мАч. Ну а по вольтажу выдает 3,7 вольта. В роботе также находится 3 утяжелителя, примерно одного веса. И вес каждого из них около 8 грамм. Если говорить о каких-либо передовых технологиях, то в части туловища их находится, конечно, меньше. Ведь основные передовые технологии этого робота находятся на его микросхемах, что как раз и заставляет человека воспринимать этого робота как маленькое живое существо. И я более чем уверен, что у создателей этого робота ушло больше всего времени на создание этого искусственного интеллекта. Ведь для меня лично это действительно интересный и уникальный робот, которого я, кстати, сейчас включил разобранным. Теперь, я думаю, вы знаете немножко больше о том, из чего состоят роботы. Ну а мне нужно еще немножко подучиться в Geekbrains, и тогда я смогу вас еще больше удивить. Например, я бы хотел разобрать еще Анки Вектора и поменять их сознание местами. Ну а если быть точнее, то поменять платы местами. Например, голова Анки Вектора будет находиться на туловище Анки Козма, а голова Анки Козма будет находиться на туловище Анки Вектора. Как вам такая идея? Если хотите эту идею, пишите в комментарии слово «хочу» и обязательно ставьте лайк. А на этом у меня пока все. Всем пока.